Сейчас проверили Surron на синтеке, на заводской батарее, против Surron на ядреном контроллере, на батарее 72 вольта, но батарея подубитая. Получили примерно один и тот же результат, но мы сейчас делаем вывод, что синтек, он на заводской батарее немножко все-таки слабее работает, но если делать тюнинг батареи, то есть менять батарею, то синтек будет все-таки пошустрее. Вот. Ты согласен с моим выводом? По максималке, да. Ваш комментарий. Синтек будет больше к ПД на максималке, если сравнивать их чисто по скоростным показателям, при одинаковом весе пилотов, непосредственно при одинаковом передаточном соотношении, то есть чаще всего на 58-й звезде, синтек будет уходить вперед по максималке с одинаково выключенным током батарейным, одинаково выключенным фазным током и, соответственно, по ослаблению тоже по одинаковым показателям. Это было мнение специалиста Сергея, который занимается уже Surron'ами больше 2 лет и знает больше всех нас вместе взятых про эти байки. Все, всем спасибо, я поехал.